подарочный набор сыров. Вот это эстонские сыры? Нет. Разные, да? Это... Голландия. Да. Голландия. И вот это каберне французское. Да. И вот это мед? Это эстонский. Эстонский мед. Прекрасный набор. Вот так. Очень хороший подарок. Швейцарский сыр. Угу. Ты понимаешь? Я все понимаю. Доведется нам попробовать. Вот это Голландия. Мы просто по цене смотрим, приятная цена. Голландия. Тоже давайте сделаем два кусочка. Два кусочка сделаем. Но он тоже как твердый, по всей видимости. Ну, не да, такой. Да? Но не такой твердый. Не-не-не, попробовать мы не будем. Ну, ты не будешь, я буду. Фильмка, как? Вкусно. Вкусно, хорошо. Да, 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 да. Да. И еще кусочек. Да. Так, Марина взвешивает сыры. Я прямо сразу все. Вот, хорошо. Это 15,95, тоже Голландия. Тоже два кусочка. Хорошо? Вот. Сейчас Марина сделает два кусочка. Фелечка пробует. Я же объем все. Другой. Нежный. Но они нежный. Хороший, да. Очень хорошо. Он прям солененький такой, прям солененький-солененький. Так, вот это изают сыр, процесс такой. И его герметично. Вот как интересно. Там. Герметично. Угу. Да, 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 да. Мы покупаем уже, наверное, третий раз здесь. Мы, наверное, не обратили внимания. А как? А, да, нам упаковывали. Вот этого не было раньше. Я не знаю. В прошлом году точно. Покупали? Да, в октябре месяце покупали. Просто заворачивали бумажку. Так, хорошо. Еще один сыр. Так. А эстонский надо сыр обязательно. Это? Да, 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 да. Эстонский. Это, ну, как не ферма, не ферма, а просто... Это Нопри. О, знаю, 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 знаю. Знаю, Нопри. Это с фермы. Так, Филечка, ну ты теперь взял пробовать и это пробуй. Ну он хороший сыр, что его пробовать? Надо покупать. Два кусочка. Хорошо. Да. Угу. А другой вкус.
Вот, я немножко ушла. Вот это эстонский сыр. Все. Программа выполнена по сырам. А что ты еще хочешь? Я хочу. Какой ты хочешь? Вот этот сыр очень неплохо. 25 лет, что хочешь. Попроще, да. Вот 11... Ты знаешь, вот тот сыр, который мы в нарезке, мышка там, это здесь в отделе. Такого здесь такого нет. Это там... Хочешь, не хочешь? Так. Да. Все, конечно. Все, вот сейчас все так упакуют нам. Фильтр на память. Совсем. Да ты чего? Не теряйся. Так, хорошо. Сколько я должна? Это. Вот это. Сейчас мы... 40. Угу. Что там копаете? Нет, у меня просто вот такие, не надо. Спасибо. Мария, мы хотим зайти. Можно с этим? Да. Все, спасибо. Спасибо. Всего хорошего.